Добрый день, всем здравствуйте. Сегодня только я поставил последнюю семисерийную программу из цикла «Неизведанная планета человек». Я, как автор, читал свои стихи. Они записаны во время съемки фильма по моему сценарию «Честин Чайковский». Это было в 2007 году. И вот избранное, оно включало вот за какие-то там, ну, наверное, 7 лет до 2007 года. После 2007 года сейчас уже сформировано более 35 книг. И, конечно, есть желание записать уже сегодня новые книги. Но эта программа не об этом. Мне в процессе записи вот этих 7 программ из цикла «Неизведанная планета человек», избранная автору микрофона, мне, когда я сам просматривал эти программы, мне показалось очень интересным всмотреться в тему особенностей человека на этой планете. И особенность заключается не физически, не по сознанию даже, а особенность связи с Вселенной. Сколько ни говори об этом, или через Бога, или через какие-то достижения науки, сколько ни листай эзотерические открытия, или погружаясь в ту или иную мистику, это все вокруг. Это все не о той сути, которая включает каждого человека. И вот именно это сегодня удивительным образом, как бы торжественно, мощно проявляется. Я говорю о сути человеческой предназначенности и его истинности. Что я имею в виду? Солнечность. Ну, не секрет, что все абсолютно явления на планете, которые связаны с жизнетворчеством, они существуют благодаря свету, благодаря Солнцу. И вот мне представилось, что мы все дети Солнца. Дети Солнца. У меня с Солнцем особые отношения. Они начали складываться осознанно здесь, на океане, когда я на берегу океана в процессе какого-то реального медитирования записывал книгу «Солнце. Священное действие». Потом, по прошествии какого-то времени, я писал роман «Купол», и там есть глава, посвященная погружению в Солнце. И вот, вероятно, все это вместе, какая-то откровенность в самом собственном сердце моем, она позволила мне рано или поздно приблизиться к прозрению, которое связано именно с тем, что если человека не воспринимать солнечным, то есть дитяте солнечное все мы, если его так не воспринимать, то будешь плутать в потемках придуманного какого-то мировоззрения, пребывать в каком-то иллюзионном заблуждении, но никогда не приближишься к истине, к той истине, которая есть каждый из нас. Солнечные дети человечества. Если так, то, в общем-то, можно даже рассматривать, что мы все в той части, в которой мы настоящие, внетельные, реализованные на этой планете в нашем образе, может, мы и приходим оттуда, и уходим туда. А почему бы нет? Это, кстати, тема меня очень волновала с первого момента, как только я пришел на океан и побывал на первой медитации здесь. И это потрясающее пространство, которое, ну, непредставимо ни в каких пределах измерений.
но это земное явление. И если одно время я считал, что сознание приходит из океана, то это, вероятно, мое заблуждение, потому что океан также точно, он приемник, он трансформатор энергии, он накопитель энергии, он рождатель энергии, но источником-то является свет. И если принять во внимание, что все мы дети Солнца, и в каждом из нас бушует плазма, явная тем процессам, которые идут на Солнце, то, вероятно, вот именно сегодня социальное явление, которое потрясает и ту сторону планеты, и эту сторону, я имею в виду и Хабаровск, я имею в виду и Портленд, здесь, вот эти все какие-то необъяснимые выступления, всплеска человеческой активности, вероятно, они связаны с какими-то попытками трансформировать нашу реальность в пользу нашей солнечности. И если так, то многое что придется поменять. Ибо государство хорошо было на этапе, когда мы должны были прийти к этим выводам. Но на этапе, когда мы осваиваем свою солнечность, государство в той форме, в которой оно существует, оно ущербно, оно вторично, оно не поспевает за теми процессами, которые происходят на планете. Планета просыпается, Земля просыпается под влиянием Солнца. Человек просыпается под влиянием Солнца. И солнечность человека, она предопределяет еще много-много открытий, которыми нам придется украсить свое жизнетворчество. Это была программа проекта «18-е измерение», цикла «Неизведанная планета». Человек, успехов, до встречи!